многие инициативы, даже сегодня в парламенте, я видел, партия социалистов поддерживала несколько проект законов и вместе голосовали, но есть и проекты, которые нужно дебатировать, и те, что связано с Генеральной прокуратурой, конечно, это опять мы возвращаемся назад и используем те же моменты. На всех ключевых позициях ставим своих родственников, своих куметры, своих братьев, и мы это уже видим из прессы, ставим своих назначенцев, и потом начинаем контролировать, и мы превратимся в диктатуру. Потому что элементарно, генеральный прокурор, поставленный от ПАС, что он будет делать? Грабить, будет искать грабителей миллиард? Или будет расправляться с оппозицией? Конечно, будет расправляться с оппозицией, будет делать себе дорогу вперед. И это не так опасно для Писеремия или для какой-то партии, или для каких-то лидеров. Это опасно для молдавской демократии. И мы это увидим в будущем, потому что мы наступаем на те же грабли. Прокуратура должна быть независимой. Сколько денег европейских было вложено в эту прокуратуру, в независимые суды, и все-таки мы не довели ситуацию до нормы. Генеральный прокурор Стояноглу, один из лучших, из хороших профессиональных прокуроров, и это замечают профессиональные юристы, то, что мы видим, что в последнее время они были открыты, уголовные дела на бизнесменов, заказные политические уголовные дела, это очень хорошо. То, что не выдвигается дело с миллиардом, это очень большая проблема, но мы вспомним. В аферу миллиарда работали совместно все органы власти. И я думаю, что для генерального прокурора большая проблема разгребать вот всю эту яму. И политикам нужно помогать ему, не мешать, а помогать. С Стояноглом можно работать. А то, что они делают, это будет минус в копилке ПАС.